Что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго.
Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже. Давай, проваливай отсюда!